Всем здравствуйте, с вами Спидрелкс, и сегодня я поиграю в игру под названием Estranged Act 2. Ну, точнее, не игру, а модификацию. Это модификация про, значит, рыбака, который разбился на корабле. Вот, ему нужно выбраться. Ну что ж, давайте же начнем. Так, всего здесь 3 главы, а прохождение занимает около 45 минут. В моем случае, наверное, это можно умножать на 3, потому что, возможно, будут всякие головоломки. Вот, также... сложность я не видел, какую там, и геймплей тоже. Возможно, там будет все как в Half-Life, но сейчас посмотрим. Ну, во втором смысле. Вот. Также модификация бесплатная, и в ней есть мастерская Стима. Но там ничего интересного такого я не нашел. Также еще я поставил зернистость на максимум, но сейчас посмотрим, может, я ее выключу. Так, вот, Estranged Act 1. Есть еще второй акт. Вау. Здесь и касцены есть. О, здесь даже вертеть можно. Так, давайте ответим на радио. Так, я нуждаюсь в помощи. Короче, я решил включить субтитры. А, вот. Ну, кстати, стильно они сделаны. О, блядь. Так, ладно. Так, возможно, нужно будет убавить чуть-чуть зернистость, ну или... Да, ее стоит убавить. О, да, вот так-то лучше. Так, ну что ж, вот я потерпел, значит, крушение. А что с текстурами? Так, еще игровые подсказки. Что-то с текстурами корабля, я думаю, не то. Какой-то он слишком низкополигональный. Ну ладно. Так. Ага, значит, я разбился в каком-то порту. Еще, кстати, очень круто сделано, что здесь реализовано вот этот блюр на объектах. Я, правда, не знаю, зачем это сделано. Наверное, для красоты. Так, я, значит, графон решил выкрутить на максимум. Вот, оказывается, он у меня стоял на стандартном. Ну так, я хочу сказать, что играл хорошо. Я, если что, буду все сравнивать со вторым Half-Life с движком Source. Вот, так что графон здесь, конечно, по сравнению с обычными играми, он тот еще отстой, но я сравниваю с играми на Source. Так что, да. Так что графон, я хочу сказать, что он здесь очень хорошо реализован. Так, я, кстати, зашел в какое-то здание. Еще здесь автоматическое... Главный герой приседает. Так, давайте посмотрим. Че... Ага, дверь закрыта. А как это? Так. Ну да, все-таки блюр, я думаю, чуть мешает, но не так сильно. Так, что здесь? Шиппинг, пеймитс, что? Наверное, письма какие-то сюда нужно положить. Давайте банку из-под Кока-Колы положу. А, это все вот сюда, короче, падает, да? Так, может, как-то можно убрать и войти сюда? Нет, смотрите-ка, закрыта дверь. Может, отодвинуть можно? Ага. Ладно, давайте-ка я попробую как-нибудь здесь через люк, может, что-то, может, он чем-то закрыт. Ага. Так, значит, нужно что-то, короче, сломать. Наверное. Потому что, если есть подсказка, значит, эти кирпичи, я думаю, пригодятся. Пригодятся? Ага, все, я понял. Так, окей, первая головоломка решена. Идем пока что хорошо. Так, какой-то макет, значит, маяка. Чё-то вообще людей здесь нету. Интересно, они вообще будут в этой модификации? Ага, и вентиляция. Может, есть какая-нибудь монтировка или оружие? Ну, что-то типа этого. Похоже на то, что нету. Ладно, пойдемте так. Пойдем вот так. А как здесь сломать? Здесь просто вот так? А, просто своим телом. Ага. Так, телевизор и телефон. А. Так, ладно, провода там стеклянные. Ой, в смысле... А, кстати, дверь можно теперь открыть? Да, можно. Пожалуйста, не блокируйте дверь, спасибо. Пожалуйста. Так, о, чайк, привет. Не, куда ты? Куда я хочу тебя взять в руки? Улетела, падла. Так, скамейка зачем-то здесь стоит, хотя... О, газета. О, здесь даже расфицировано. После расследования проведенного берегового охраны маяк вряд ли понял,
информации. Мы уверены, что настоящий транспорт не повлияет, прокомментировал ситуацию Билл Хайк. Сотрудники департамента исследования морского транспорта. В свое время мы могли наблюдать грузовые суда в непосредственной близости от побережья Риан-де-Тона. Но теперь из-за изменения морских путей до материка этого больше не повторится, подчеркнул он. Мэр оказался комментировать ситуацию до тех пор, пока не будет выпущено официальное заявление о закрытии маяка. Хорошо. По словам береговой охраны, кораблей слишком мало, чтобы беспокоиться по поводу безопасности. Местные жители недовольны изменениями. Один из них обеспокоен тем, что повлияет на небольшие торговые суда, которые все еще швартуются у острова. Уточнив, что это был последний гвоздь в крышку гроба тихого островного причала. Теперь большая часть бизнеса на острове будет уничтожена, сказал он. Порой маяк — это единственное средство, которое позволяет небольшим судам попасть на остров и вести торговлю с местными предприятиями. Именно поэтому мы обеспокоены, что случится, когда импорту будет конец. Так, дальше. Ага, пропала, значит, кошка или пугало. Так, ладно, такая 4 минуты, здесь просто про кошку. Так, две недели произошло с тех пор, как сотрудник местного отделения Кристиан Плайт потерял часть. Да, здесь, наверное, про вот это. Так, ну теперь я понял, почему я разбился. Оказывается, я разбился из-за того, что этот сраный маяк не работает. Замечательно. Бля, как же прикольно, как же хорошо сделана все-таки графика здесь. Очень прикольно цвета подобраны. Так, здесь есть замок. Наверное, значит, нужно найти ключ. Так, а чтобы его найти... А, наверное, нужно сюда пойти. Так, спасибо. Здесь, наверное, как в Инфре, то есть нельзя будет утонуть, да? Нет, смотрите, ходить можно. Так, ну, значит, я, короче, пойду куда-то туда, наверное. Я думал... я понял, я отправлюсь на приключение поиска ключа. Сюда. Это было на улице или в игре? Ладно. Так, лестница и... ну, больше ничего здесь нету. Граффити. Да, я в порядке. О, мужчина. Так, чё? Ну, чё? Какой? Ничего страшного, да. Ну, я тоже в ахуе. Ну, давай. Чё ещё делать нам, двум холостякам? Да, я очень круто умею парковаться. Ой, бля, кого-то убили. Это кровь или... А он кем-то захвачен, остров? I was attacked after I managed to get a message out, but a company called Ark are blocking all communications with a damn curfew. Суки. Ну окей, детализация, хочу сказать, хорошо сделана. Давай. А я могу тебя застрелить? Нет. Огня по своим, к счастью, здесь нету. Чё? Окей, нужно, значит, до них добраться. Нет, все-таки ты не холостяк. Хорошо. Так, не знаю, сколько в этой игре, конечно, концовок. А со мной он, значит, не пошел. Все, я понял, он должен получить сигнал по радио. Так, фонарика у меня нету пока что. Так, ну давайте пойдем. Так, прицеливается, конечно, здесь просто приближается камера. О, чё там? Ух, ебать, хоррор. Так, и чё это? Батарейки. Здесь батарейки, как в Инфре, ну вы чё? Ладно, там в Инфре батарейки, потому что там не было оружия, но здесь... Здесь это, как по мне, не очень сделано. Все, я понял, нужно ящик поставить вот сюда. Вот так и вот так. Во, все. Речка, значит, здесь какая-то. Может, кто-нибудь поплывет? Ой, я могу поплыть по речке. Кстати, как под водой? Под водой. Как обычно. Фонарик, хочу сказать, что здесь обычно, типа, сделан. Хотя нет. Здесь нету таких краев жестких. Здесь он просто, типа, светит. Это мне даже нравится. Не как в Гаррис Моде. Или еще каких-то игр. Так, еще я заметил, что у меня в обойме осталось 7 патронов, так что лучше не расходовать. Можно приближать и отдалять. Так, лодки. Труп. Погодите, или это... это просто этот...
спальный мешок. А, я понял, здесь кемпинг, то есть здесь по... А зачем лодки в таком... Это даже озером сложно назвать, это какая-то лужа огромная. Ну ладно, наверное, какой-то бедный кемпинг. Так, лодки здесь продаются и... Рубильник. Но я лучше его трогать не буду. Интересно, от кого мне придется избавляться? Так. Ага. Так, здесь, наверное... О! Гроза автоматов. Так, ладно. А, я понял, мне нужно из всех автоматов собрать. Так, глобус. Кстати, он детализированный. О, чё по телеку? Блять, лампа упала. О, патроны. Да, я энергосберегающий. Обгляди. А, ее выключать можно. Сейчас смотрите, отблески есть. Так, ну чё здесь? Ладно, больше ничего здесь нету. Давайте тогда сходим. О, фонарь, кстати, его можно взять? Нет. Хотя, с другой стороны, зачем? А, ну... А, он же на электричестве работает, его нету смысла брать. А! Ебать! Пошел нахуй! Я обосрался, здесь, оказывается, зомби-апокалипсис. Я думал, что здесь нормальные живые люди. Только которые, ну, знаете, как Альянс, только здесь обычные люди, пираты, типа. Ну, вот я, конечно, наложил сейчас в штаны. Еще здесь, кстати, детализация, моль сделана, которая постоянно возле света шароебится. А, я понял, перерезали твари. Так, ну, хорошо. Пойдемте тогда вот сюда. Так, о, а здесь порт, наверное. Так, что это? Санаторий, соцец. Нихуя не понимаю, но очень интересно. Так, здесь зомби не... О, так, патрончики. Так, и расписание. О, кстати... А. Бля, как же здесь все круто сделано. Здесь, а можно... А здесь можно от розетки? Наверное, нельзя. Или можно? А, да, можно. Так, ладно. Пойдемте-ка, значит, в этот порт самый. Что там должно быть, я не знаю. Наверное, сейчас будет армия зомби, и мне нужно будет включить свет. Я просто на скриншотах видел этот порт. Нужно включить в нем свет. Блин, вагон какой-то. Давай, включай. Что это за звук? Наверное, какой-то страшный эмбиент. О, более мощный фонарь. Так, рычаг. Значит, вставляем его вот сюда. Вот, все. Так, головоломки просто элементарные. А вот и поезд... Кстати, а там действие происходит до или после событий Half-Life 2? Так. Ну что, поебашили в Сити 17? Хули. А, нет. А, да, можно. Прикиньте, нужно будет обороняться. От зомби на ездящем поезде. Хотя я чуть не уверен. Наверное, сейчас загрузка начнется. Давайте тогда я присяду. А, не, не. А, вот, да, я могу. Бля, кстати, такая атмосфера уютная. Типа, ты ночью едешь на поезде. Свет включен. Бля, меня остановили. Так. Значит, нужно как-то открыть эти ворота, да? А, нужно в эту будку, значит, залезть. Там, наверное, зомби будут или какой-нибудь скример. А, нет, Фух, я так и знал просто. Так, зачеркивание или что это? А, и камера вот здесь отображена. Так, 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 зомби, зомби, не иди ко мне. Ой, вас много. А, ладно, здесь работает система хедшотов. Так, и третий. Третий где? Ага, побежал. А, так, я слышал зомби, забегай. Сука, забегай, скорей, скорей. Все, все, отправляемся.
Поехали. А, вот еще один. Ну-ка, я смог... Я задав... А, нет. Не, ну я, конечно, понимаю, что блюр это круто, но я его все-таки отключу. Что вот это глубина резкости, да? Да, с ней как-то... Конечно, не так уж и реалистично смотрится, но получше зато. Я, кажется, слышал, что кто-то ударил мой поезд. Ну, как сказать, мой, почти. Так, ну я уже играю 18 минут, наверное, только половина игры. Еще один состав. Наверное, надо как-то будет его это, убрать. А, то есть просто отключился свет. А, ну теперь пешком, да? Ну, замечательно. Сейчас зомби повылазит, и мне, наверное, точно пиздец будет, наверное. Нет. Все, я спасся. А, это специально... Ладно. Я думал, обвалится весь. Так, все, сейчас, наверное, зомби появится, 100%, наверное. Ты живой, чел? Живой. Так, ладно, если я увижу сидящего зомби, то нужно сразу стрелять ему в голову. Кстати, что там по... А, да, нормально. Блять, ради звука потратил целый патрон. Клавиатура. Ну, кстати, здесь еще стандартный из Half-Life. Ага. Так, вестник. А, это мы уже читали. Фух, блять, я уж обосрался, что придется еще читать. Так, еще телевизор. Ой, блять. Интересно, я могу как-то из-за бага умереть? Так, теперь вот сюда. О, автобус, кстати, он очень хорошо вписывается в КСС машины, кстати. А, наверное, сюда. Ой, бля. Прям все искры на меня упали. Ага, так, туннель. Опять обрез... Ну, конечно. Так, и сейчас здесь будет скример, да? Вот смотри. О, да. Ох, ебать, какой ты жесткий. Чел, куда ты? Ну, он мощный, конечно. Это фара такая... А, просто она так ярко светит. Так, я, наверное, постепенно в подземелье куда-то захожу. Так, патроны, они мне очень нужны. Лампа, не, ее включить нельзя, к сожалению. Так, о, так, сюда можно пойти. Здесь что? Опасно. Ну, для меня опасность это ничто. А, блять, смола это странно. Блять, нет, у меня 9 патронов осталось. Еще я без них буду делать. Здесь даже никакой монтировки нету. Так, ну здесь мне как-то больше нравится. Здесь свет такой горит. Или здесь, типа, насрать куда... А, да. Вот это я дрифтер, конечно. А что здесь? А, ну да, я же говорю, в подземелье спускать в самую жопу. Так, давай, открывайся. Блять, аж все затряслось. О! Блять, я не могу это выбрать. Бля, нет! Еще что-то как-то сфол. А, нет, нормально все. Так, ручей, кстати, я ни разу не видел реализацию ручейка такого маленького в играх на Сурсе. Блять. А там, наверное, что-то убийственное находится, да? А, я понял. Еще когда бочка взрывается, по-моему, как будто звук мертвого комбайна. Закрыто. Ну, значит, сюда. Оу. Блять. Я, конечно, не успел дверь открыть, но я уверен, что она была заперта, наверное. Еще эмбиент такой страшный. Еще у меня вебочка темная. Ну зачем, у меня свет почти выключен. О, что это? Это... А, это просто так сделано. Ну просто так, чё. Давайте тогда сюда пойдем. Так, наверное, мне нужно какую-то штуку активировать, чтобы открыть этот
Ворота. Не блокировать. Ну, кстати, здесь не заблокировано. Хорошая работа. Контроль помпов. Бля, неужели сейчас инфра начнется? Ну, блядь. Я надеюсь, что это не так, потому что... Если что, кто не знает, инфра — это тоже игра на скорости. Там просто нужно решать вот эти головоломки с этими странными штуками. Ну, как сказать, короче, там дохуище... А как мне успеть? Нужно, значит, взять вот этот ящик и заблокировать им дверь. Чтобы я смог пролезть. Смотрите-ка. Вот так, значит, берем. Вот так делаем. Вот так закрываем. Все, это гениально. Да, все, головоломка очень сложная решена. Так, пойдем теперь вот сюда. Так, ладно, я уже выбираюсь на свободу. Здесь, наверное, выбежит зомби. Нет. Нет, не выбежит. Так, а дверь как открыть? А, вот сюда, здесь еще есть путь. Проход. И вентиляция. Прикиньте, зомби сейчас здесь вылезет, типа... Бля, здесь такой эффект даже сделан, что... А, кстати, что это за эффект? Это эффект ветра? Так, и выход. А, это выход на эту самую сторону, на эту сторону. Вставляем и... А, дверь заблокировалась. Вот, вся эта моча ушла, и теперь все чисто. Так, и можно сходить, пойти сюда, и там, наверное, какие-то ворота откроются. Дверь, как всегда, заблокирована. Кто вообще эти предметы ставит? Неужели это делают зомби или кто? Не может же это быть таким совпадением? Хотя в инфре мы все убедились, что это все были совпадения. А никто это ничего не построил, хотя кто знает. О, у меня, кстати, все вот эти локации... Это вылитая Mirror's Edge, я вам отвечаю. Здесь также я прыгал по этим штукам. Это прямо один в один. Да, вот я отсюда выбегал. Паркурил. Блять. Я, кстати, по-моему, говорил на одном из стримов, когда я скриншот этой игры смотрел. В смысле? Пойдите, пусть он меня убьет. Все, теперь просто бежим, как в Mirror's Edge. Сейчас все по мне будут стрелять. Да, 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 я тут. Yes, да, я понял, что именно сам... Блять, кто меня фоткает? Right? Да, я в порядке. Да, 100%. Да. Что? Ну, блядь, я порыбачил. Зачем? 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 My shift ended half an hour ago. So make yourself comfortable. Так. You'll be dead by tomorrow anyway. Буря, что ли, будет? Да? Просто субтитры, типа, они на время показываются. Я мог не так смысл понять. А-а-а. А, мне нужно как-то выбраться, да, значит? И как? Может, я типа как-то упаду? Ну давай. Сука, давай, давай. А. Может, я на бок должен как-то упасть? А, да. Просто по музыке было похоже, что это... Ой, ебать, я очнулся. Так, так, где тут мои эти пистолеты или еще что-то? А, ладно, похуй. А, нет, не похуй. Время. Чё, радио? Радио надо включить. А, фонарик у меня есть. Так, здесь нету моего пистолета. А, все,
Все, нахуй, сбегаем отсюда. А, сейчас будет паркур. Блять, повезло мне, конечно, все. Ой, блять, зомби здесь еще. Не-не-не-не-не-не. Не в этот раз. Не в этот раз. Отъебись. Все. Так, я сбежал. Ну, почти. Теперь осталось найти правильный путь. Так, я куда-то пришел. И это чё? Чё это красный? А, кувалда! А, не, молоток. А как его взять? Ну, я ж дотягиваюсь до него. А, я понял, погоди, куда он выкинул ее? А куда он... Кто выкинул... А, вот сюда. Блять, хуя умный пиздец. Так, ну и чё, всё, на изах. А это как сломать? А, наверное, нужно сломать всё? А, да, всё, я сломал все доски. Ох, ебать. Так, в Mirror's Edge нужно было бы просто это перепрыгнуть, как там по стене, наверное, побежать. Очень локация напоминает, и расцветка. И куда здесь? А, типа, вода ж не дамажит, да? Ой, да, там глубоко. Я еще как-то с молотком умудряюсь плавать, который весит килограмм, может, 5. Не, на самом деле, я не знаю, сколько весит молоток. Так, сломанная лестница. Все-таки стамина у меня есть. Кто это сделал? Сейчас молотком по ебалу пропишу. Так, еще туда может пойти, но я пойду сюда. Я сказал, я пойду сюда. Ладно, я пойду туда. Но имейте в виду, если вы откроете по мне огонь, я вам пропишу этим молотком прям ваше ебало. И вы останетесь без него. Я слышу каких-то пауков. Кто-то лапками вот так делает. И куда мне? А, мне, наверное, перепрыгнуть вот так надо. Вот сюда. А, коробки не ломаются. Я бы, конечно, рискнул, но я так и... А, я не получил. В инфре я бы умер от такой высоты, кстати. Ладно, легкий какой-то паркур. Чересчур. Так, и вот сюда. Вот. Ага. Все, цивилизация, да? Я наконец-то выберусь отсюда. Но нет, я думаю, опять все пойдет по пизде. А, вот так, теперь сюда. Ну, теперь. Кстати, мне чем-то это Left 4 Dead напоминает. Вот прям очень сильно. О, так, лифт. Поебашили. Наверх. Вот очень по худу именно ХП напоминает Left 4 Dead. Не потому, что он там как в этой игре, а именно... Не знаю. Не... Блять. Бля, прям как в той игре по Backrooms. Надеюсь, за мной этот зомби не побежит. А, еще опять все пошло по пизде. Давайте теперь войдем вот сюда. Что здесь? Ай. Ай, чё? А, ну здесь точно, это же коридорная, господи, игра. Нужно идти туда, куда ты видишь. Так, еще один Mirror's Edge момент. Да, вот это прям вообще вылитый Mirror's Edge, только здесь нужно красный, либо зеленый, либо желтую сделать. Расцветку и все. Ага, так, низкополигональная вода, а можно сюда пойти? Я думаю, нет, потому что это коридорная игра. Не знаю, как вам, но мне нравятся очень коридорные игры. Они меня как-то расслабляют, что ли. А, все, я понял. Нужно преодолеть, наверное, обосраться, какой сложный в кавычках паркур. И куда-то выбраться. Нет. А куда? А, вот все нашел.
Блять, на видном же месте было, я не смог это найти. Ага. Так, сейчас будет головоломка, наверное. А, нет, здесь за стеной ничего нету. А, или это просто надо отключить. Фух, я же думал, надо будет эти всякие штуки переключать, переподключать куда-то. Фух, его хотя бы... Так, ладно. Батарейки, очень хорошо. А, и вот сюда. Интересно, этот же эффект, он появляется во время жары. А здесь, типа, он что, жаром, что ли, это шпарит, этот вентилятор? Либо это может появляться из-за высокого напора воздуха. Но я что-то тоже не уверен. А! Пошел нахуй. Я же он прям по башке ударил, что он не умер? Так, здесь дверь закрыта. Пойдемте тогда, значит... А, куда пойдемте-то? Я уже говорю, потому что я привык такие реплики говорить. Значит, нужно сюда, я думаю, перебраться. Нет. Только здесь нужно поставить, наверное, бочку. О, все, заебись. Замечательно. Да, конечно, слабенькая отдача у молотка. Ага, краска. Это краска в чем? Ага, краска в луже. Замечательно. Так, ну это опять инфра уже пошла, как всегда. Бля, да почему как всегда? Она просто как инфра-игра уже пошла. Бля, ты охуел. Три удара нужно, чтобы убить зомби. Я просто подумал, что там как же, как с пистолетом, хедшот, но нет. Ага, опять и в Mirror's Edge оказался. Так, персоналу. Ну, конечно. Нужно пойти туда. О, бля, есть еще такое отражение. А, это типа Skybox или как? Карта отражений, карта снега, как она называется. Ой, бля, дверь что-то закрылась со мной. Еще здесь присутствует SSAO, как я понял. Ну, или аналог его. Такая тень появляется в стыке с объектами. Ну, и опять вниз, конечно. Куда же еще можно пойти, кроме того, как вниз? Бля, я уже 40 минут прохожу. Давай, подходи ко мне, подходи. Че ты отходишь? А, вот все. Ага. Ну, то есть, можно, знаете, может даже не проверять двери, они в любом случае будут закрыты, если другая дверь открыта. Ключ. А что здесь? Лампу выключи. Лампа, выключись, пожалуйста. Что здесь? Ну, какая-то там записка, что, типа, ключ лежит здесь. Ну, специально для тупых. А что это на компе? А, ну, на компе ничего. О, да, как с КС-ки ломается все. Очень круто, что здесь... А, ну, хотя, как в инфре все-таки это было. Подсветка объектов. Бля, даже ключ проворачивающимся сделали. Интересно, все-таки, я не понимаю, зачем в этой игре мастерская? Ну да ладно. Может, какие-нибудь моды будем проходить? А, нет, там, по-моему, моды косметические, по типу оружия. Кстати, у них... Ебать, ты шпаришь быстро. Оу. Так, течение, туда лучше не падать. А вот и начался хоррор. Эмбиент страшный. Сейчас меня пугать будут, я думаю. Да? Да, вот. Смотрите, какой страшный зомби. Ебать. Беспомощные они такие. Ебать, монитор, конечно. Монитор по сравнению с клавиатурой, это просто, я не знаю. Ну, хотя, ладно. А, кто-то... А, не, я подумал, это огонь. Угу. Но все равно, на всякий случай, я буду проверять двери. Никого нету? Никого. А, вот тот самый лифт. О, да, я добрался сюда. Но двери, конечно, не открываются. Темпест какой-то. Наверное, это название компании.
что здесь? Может, как-то, конечно, нужно взорвать, но я не знаю. А, господи, блядь. У меня просто в привычке уже из-за этого... Из-за второго Half-Life, что вот такие... А, нет, это обычные окна. Там просто есть окна вот такие с решетками. Нет, с узором, с таким клетчатым. Мне просто как не привычно, что можно просто сломать окно и пробраться. Но это один из важнейших элементов этой игры. Все, я понял. Так что, если ты видишь стекло, то ты его разбивай обязательно. Кстати, а, ну, правой кнопкой мыши нельзя бить. Ах ты, сука, услышал меня, тварь. Че ты меня бьешь? Ой, ладно. Так, закрыто. Ну, значит, туда нужно попасть. А, что-то, здесь что, песок, что ли, жрал ребенок, что ли? Да, конечно, маги с освещением присутствуют. Но это просто мелочь. Так, ладно, все нормально. Ага, нужно, значит, как-то отключить этот газ. Это было легко. Как все-таки они смогли пройти эту игру? Ой, ну там все-таки. Ладно, это просто был. Я же все-таки мне на Ютубе пришлось же смотреть игру. Ну, то есть сколько она идет. Как они так быстро смогли ее пройти? Ну или проходил эту игру. Хотя, наверное, они... Бля, почему они? Он. Хотя, ладно. Не буду разговаривать про чужой контент, нужно комментировать этот. Так, растущие деревья из камней. Наверное, это нормальное явление в природе. Так, сразу видно, что разработчики за наших, потому что, видите, буква Z. Это очень хорошо. То есть, видно, что они не против России. Это заебись. А здесь сделан эффект мокрых камней? Или что это? Я вообще в пизде какой-то оказался. Еще один... Кстати, еще, возможно, это рыбак из... Блять, как это Half-Life называется? Бля, я не помню, как это Half-Life называется. Прикреплю, короче. Напишу. Или, может, сам вспомню по ходу решения. Фонарик. А, нет, это батарейки. Почему? А, я понял. А, он, главный герой, просто берет батарейки из этого фонарика. Тогда все понятно. Ух, ебать, это что, это уже Black Mesa пошла, да, я понял? Нет. А, здесь не ломается. Ой, это что, у вас тут банька-парилка, да? Или я в кипятке хожу? Ну что, мои ножки, значит, сварятся. У меня, кстати, уже палец на shift задолбался. Просто... Кляйнер? Что ты здесь делаешь, блядь? Да, могу. А, ключ-карта. Хорошо. Вот это офис службы безопасности. Так, вот здесь кляйнер стоит. Он, правда, замер. А, нет, кстати, башкой двигает. Чего? У меня, по-моему, какой-то объект выделился. Не, мне, наверное, померещилось. Пусто? Ладно, так. Какого? А, так, что? А, да, кстати. Прям под ним, нахуй, лежало. А как ты... А. Не, ну я думаю, ты бы все равно не увидел, что... Ладно, отсылка на разработчика. Нет, ты Кляйнер. Ага. Давай, пошли, прогуляемся. Как ты вообще здесь оказался? Какой пароль? Ну все, заебись, пошли. А, здесь даже ручки нету. А, ты меня толкаешь, да? Ой, вообще заебись. А, потренироваться? Нет, спасибо, я лучше сразу пойду. Я уже прошел несколько раз вторую Half-Life. Ну, как сказать, почти. Да, очень забавно.
Блять. Да. Так, замечательно, у меня загрузилось. А, да, еще вот эти всякие обрезки, это я просто загрузку вырезаю. Так, столовка, замечательно. Так, чё? Так, уже я... А, кстати, я же забыл совсем про автоматы, их же там... Вот, так, 2 из 5. Не, погодите, а я же там еще активировал, нет? Ну, ладно. Кстати, всякие здесь кастомные анимации... Ой, какие, блядь, анимации. Модели? Давай подумаем. Пошевелим мозгами, так сказать. Может, конечно, нужно все здесь заказать. Автоматы? Ой, блядь. Опустошить, точнее, автоматы. А-а-а, сука, все, я нашел. Ага. Блять, я уж подумал, что мне надо в гайд полезть, но, к счастью, я смог. Я смог посмотреть пошире. Вот, вот это самый настоящий Mirror Sage, я вам отвечаю. Вы, наверное, конечно, заебались уже слушать меня, что это Mirror Sage, но это что, я правду говорю. Так, чё? Чё тебе проверить надо? Ох, ебать, ты печатаешь, конечно, быстро. Скорострел. The generator is close to overheating. We need it to be stable to use the communications equipment. Что? Someone left themselves logged in upstairs. I can't do anything until their workstation is logged out. Can you go up there and see if you can unlock it? Да, конечно, попробую, а куда идти нужно? I'll meet you in the communications room. It's on the same floor. Да, вот только как мне выйти? А, вот все открыл. Специально для меня. Да я понял. Мог мне и не повторять. Вообще чё-то никакой музыки нету. Бля, какая хорошая детализация. Блять, я уже 50 минут нахуй играю. Этот мод идет. Я, наверное, только до половины дошел. Блять, еще так долго этот лифт поднимается. Чё? Ага, вот все. То есть это я на первом этаже, ну, мы с Кляйнером, дальше там есть этаж G какого-то хуя. Второй, а, ну на третий этаж, знаешь, должен подняться. Чё, давайте. Звук выбора, по-моему, из Гаррис Мода. Бля, у меня рука так устала в этом положении находиться. Просто я там неудобно себе клавиатуру поставил. Так, чё здесь? О, я буду сидеть за компьютером, что здесь? Машины какие-то. Блять! Пошел нахуй. Так, хорошо, что автосохранение работает. Такой, кстати, приятный звук стрельбы у этой СМГ. Так. Да сколько ж можно? Да, я получил достижение. Все, охуенно. Теперь, я думаю, можно посидеть за компьютером. Так, электронная почта, что здесь? Я видел, как ты... Угу. Почему ты не встречаешь... А, ну, сразу видно, что это чел-бабник. У него много баб. О, видео. Видео с кошками, ну-ка. Да. Нет. А, вот все, давайте я в туалет схожу. Ну, чё, хули, пасать надо. Так, сейчас здесь зомби будет, да? Он моргает? Подождите. А, нет. Так, ладно, значит, здесь у него запор случился, он умер. Ну, наверное. Просто как зомби мог умереть в туалете? Так, теперь... Бля, это нечестно, что за дискриминация? Почему женская 4? 4 кабинки, здесь же 3, да? А, блядь, здесь 3 писсуара. А, значит, наоборот. А, на 2 этажа выше. Я просто понял, что я сразу, типа, на 2. Но нет.
Бля, какая же приятная модификация. Очень качественно она сделана. Ага. Так. Вот, здесь я должен связаться, значит, с этой самой. Так, зомби, где вы? А, от меня света нету, ну. Печально, конечно. Бля, как же охуенно здесь проекторы работают. Ну, только от меня нету света, но это, наверное, ограничение движка просто. Двери не открываются. Чего? Ну, сейчас я батарейки возьму. Так, ну давайте используем. Чё здесь? Консоль генератора. Как зовут вашего питомца? Так, наверное, это подсказка. Электронная почта. А-а-а, я понял. Здесь нужно, значит, найти, как его кота зовут в этой электронной почте, да? Да, серьезно. Так. Которые... Ваш... А! Все, изи. Все, я понял. Да. Так, что-то странно, что звука вообще нету, но это в игре. Так, что здесь отключить? Да, отключить. Ой. Так, да, звук есть. Hey, can you hear me? Да. I don't know if you can hear this, but the generator is stable now. I'll wait for you in the communications room. Just keep going, you'll find it. Ладно. Идти дальше, он мне сказал, куда дальше-то. А, дальше вот сюда. Так, теперь можно повернуть сюда. О, это чё? Блять. А, это было легко. Ну, хотя бы, еще бы это было сложно одного зомбаря угандошить. Так, а вот и я уже снизу нахожусь, я почти выбрался. Да. Я так близок к победе. Первого... Ой, блядь. Да. Все, поебашили, пошли. Так. Не, я пойду вентиляцию, пошел нахуй. Давай посмотрим, да, что будет. Right. I hope someone hears this. Да, я тоже. This is Professor George Richmond of the Ark... Это Кляйнер, профессор, блядь. We are dealing with a localized outbreak and require immediate medical and military assistance. This is an automated message from Ark Corporation. Well, that's weird. There has been a system breach. Huh. They override the loop buffer? Please remain inside. I'll clear it just to be sure. There's nothing there. The message isn't coming from here. Нет. I wonder where on earth it's coming from. Да, очень интересно. No. But that was decommissioned. There's a very old satellite station on the other side of the island. But it hasn't been used since the 70s. Блять, мне сейчас... А, это будет уже во втором акте, да? 100%. We've got to get there. Maybe through town. Все, сейчас будут титры. Все, сейчас будет пиздец, и это конец первого акта. Давай! А. Ой, блядь, все, минус Кляйнер, короче. Или что там? Хм, а если я бы не вошел в ту вентиляцию, что бы тогда было? Ну ладно. А я же дверь-то вентиляцию-то я не закрыл. Сейчас они придут и пиздец. А, хотя... Я еще ни разу не видел, чтобы... Я еще ни разу не видел ползающего NPC, кстати. Ну, который может ходить на двух ногах. Блять, неужели это... Я думал, типа, будет сейчас второй акт начнется. Ну ладно. А, ну все, я понял, нужно найти какой-то проб, предмет. Во, бочку, например. И заткнуть, значит, вот этот вентилятор. Здесь могут деформироваться бочки. Вот с этого я прихуел, конечно. Пиздец.
Еще очень круто карты нормали, по-моему, да, они, которые тени делают. Нет, или это карта теней. Ох, ебать. Так, я уже в каком-то порту. Опять как в Mirror's Edge, похоже. О. Ага, так, что здесь? Электронная почта. Пятница, тебя в пятницу будет смену, дочери Сарев... Ага. Скоро прибудут еще коробки, но это, блядь, по работе какая-то хуйня неважная. Давайте сюда пойдем. Громко, по-моему, как-то орет, наверное. Ну, похуй. Сейчас я, наверное, буду в этом лабиринте от зомби убегать, да? Очень похоже на то. Блядь, они тут оказываются. Так, минус второй. Так, все, стелс. Стелс поебаш... Ой, бля, какой стелс. Наоборот, пиздец. Так, птицы уже куда-то съебываются, улетают. У меня 4 патрона. А, я не могу сменять оружие. Дай мне. Ага. Так, вот это... Вот это мощно, конечно. Вот это жестко. Я чувствую, памяти у меня немного осталось. Ага. Лохушка. Блять, какие охуенные саундтреки, конечно. Давай. Проходи сюда. Куда дальше? А, кто-то стреляет по мне. Все, я вижу. Блять, не допрыгнул. Куда бежать? Куда? Куда, куда мне? Пожалуйста, спасите, помогите меня. А, вот так. Вот сюда. Вот сюда. А, ну, блядь. Примитивнейший паркур. Ну, я не заметил, я просто невнимательный. Так, ну и все, блядь, выбегаем, да? Или сейчас нужно будет стелсить? Так, ладно, я пойду сюда. Не знаю, мирно это или нет. Похоже... Наверное, они... Ну, хотя, да, я ж с ними стрелялся. О, заебись. А, я чё, краном буду управлять, что ли? Блядь, действительно. Блядь, нет, пошёл нахуй. Мужик. Для точности надо, наверное, пистолет мне взять, я думаю. Бля, я курсор не вижу. Бля. Ну попади ты по нему, вот все. Вот теперь это можно и полезть. Полезли. Бля, чё ты так? А-а-а. Знаешь, примагнитил или нет? Ну, просто это... Вот, да. Так, где моя СМГ? Да не тут. Все, нужно было просто этот контейнер, им ворота выбить. Фу, блядь, я думал, здесь нужно будет... Похуй. Так, здесь какой-то дом, по-моему, я заметил. А, нет, мне показалось, померещилось, приснилось. Интересно, это видео будет весить. Я боюсь, ну, гибать 20, наверное. Ну ладно, ничего страшного. Самое главное, чтобы на диске было место. А у меня на нем гигабайт 40, по-моему, доступно. Блять, я же не знал, что... Я не знал, что модификация такой долгой будет. А, отъебись. Женщина, успокойтесь. Все. Блять, ну они мне много хп, конечно, сняли, твари. Так, и... И чё? Бля, почему я в другой конец города добираюсь в первом акте, а не во втором? Это же было бы намного логичней. Так, вода, кстати, как в инфре. Почти один в один. А, да, я на швелице. Я просто подумал, что она на месте замерла, вода. Но нет, все нормально. А, нет. Блять, вот же, нужно было по мосту идти.
А зачем тогда здесь сделали это? Ой, не понять вас. Давай, беги. Я вообще, кстати, я не заметил, главный герой говорит. Да блять. Да блять. Вот, все. А чё дверь, ну ты охуяла закрываться? Мне на мост нужно, наверное. Так, вот бочка. Блять. Да. Надо было бочку поставить. А, сюда не задумывалось, что ли, забираться? Серьезно? Блять. Я умудрился тупануть прям перед самым финалом игры. То есть это где-то... Она вот прямо сейчас просто закончится. Оказывается, здесь была пещера. А я ее не заметил. Представляете? Вот все, сейчас финал игры будет. В смысле, первого акта, а не игры. Ну вот. Ну так получается, да? Вот так, здесь чей-то дом. Вот, да. Я только, правда, до этой концовки не доходил, но я уже понял, что со мной что-то произойдет. Непростое кораблекрушение, согласен. А это пиздец какой-то. Так. Все, это финал... Почему у меня так мало FPS? Так, это финал первой части. Не знаю, стоит ли скипы... это... Наверное, все-таки нужно упомянуть, пролистнуть все эти титры. А, их типа вверх можно? Ладно. Ну что ж, модификация мне очень даже понравилась. Так наверное, у меня вебка стоит. Вот, модификация мне понравилась. Очень хорошая работа над графикой сделана. Мне даже понравилось чуть побольше, чем в инфре. Хотя не знаю. Вот. Очень хороший геймплей. Очень смешно были реализованы эти зомби, причем только у них один вид. Вот. Так, кстати, еще, может быть, сделали бы русскую озвучку, хотя я не знаю, от кого этот мод, от русских или от этих америкосов. Вот. Блядь, а сколько эти титры сраные идти будут? Можно как-то, ну. Скипнуть. Так, перевод на языки. Да. Так, вот здесь еще очень много тестеров, только, правда, я, к сожалению, не тестер. К сожалению. Потому что я люблю, типа, просто тестить игры и говорить, ну, говорить, какие в них ошибки есть. Так, ну теперь это все титры? Похоже на то. То просто, ну, нужно как бы все это упомянуть, всех авторов этой игры, которые трудились. Возврат в главный ми... А, то есть, я так скипну, типа, нормально? А... Ну что ж, с вами был Спидерелка, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, и всем пока!